Резкое потепление в регионе сменится столь же резким похолоданием. Холодные воздушные массы со Скандинавии начнут оказывать влияние на погоду в регионе. Юго-западный ветер сменится северным. Возможны порывы до 17 метров в секунду. Местами по области пройдет небольшой дождь. Днем будет от плюс 9 до плюс 14 градусов. На востоке не выше плюс 8. В пятницу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночные температуры будут уже минусовые – 0-5. Днем плюс 6, плюс 11. На востоке всего 1 градус тепла. В ночь на воскресенье возможен кратковременный снег. При этом синоптики подчеркивают, отрицательная температура сохранится до начала следующей недели.